ипостась, это испанская программа на стихи Лорки. Из нее тоже кое-какие песни попадают в нашу программу. Ну, мы близимся, уже скоро горизонт, близок Земля. Адаван. А? Адаван. Да. Вот, Катя, это начало песни. Собираться до темна до утра, на часах мерцает слово пора, и охоту никуда вылезать, но о чем тут могут мне рассказать. Скоро будут километры следов от бегущих в темноте городов, от блестящих самолетов колес. Но куда меня ты, ветер, понес? Я тебе писала, ты молчал, не отвечал. Я тебя искала, ты молчал, не отвечал. Я тебе кричала, ты молчал, не отвечал. Где же ты, где ты? Яблочко по блюдечку, горох сгоряча. Прошлое забудется, все бросить и учать. Странно, до сих пор никто из нас не замечал. Времени нету. Европа, и теперь тебя качает земля. Все, что ты поешь, бескрайним поля. В небо улетает, лишь птицы откликаются. Кто ты? Кто ты? Оставляют фейерверки следов, шутовские хапаки городов. Уши длинные, ночи навострил время. Где-нибудь, когда-нибудь будешь ты любим в себе. Где-нибудь, когда-нибудь будешь ты любим в себе. А все птицы поют об одном, под дорогом свету здесь вдвоем. Вот глоток из этой фляжки глотнул тоже. Конечно же, не как у людей, как у диких укусей лебедей. Если мне не верится, дальше мне надеяться все же. Боже, что ты будешь непременно со мной, что под вечер мы друг друга найдем, и из сердца моего не уйдешь. Рядом.
Давайте запишем. Опять песня из мюзикла, как вы сейчас поймете сами. Я вам хочу представить
наши два новых участника. Это Настя Сирота, скрипка. Приветствуйте, пожалуйста. И Арнольд Гискин, саксофон. Да, два альта. Альт саксофон и альт. Да. И еще хочу сказать, что вот тут у нас сидит старый состав такой, старики. Катя Гербагина, фортепиано. Алиса Веч, перкуссия, вокалы. Саша, я вам Олимпию уже представляла. Тоже она мультиинструменталист. А вот здесь сидит самый главный инструменталист, аранжировщик, наш Грей. Вот. И так далее. Вообще, Илья Небослов. Еще спасибо за звук. И основатель группы. И отец-основатель группы. Это я. Меня зовут Окса. Окса. Диски есть, да. Вот. Мы поем последнюю песню. Потом, если хотите, подходите за дисками. Там есть как раз салат парусов, вот то, что мы пели. Итак, завершающая песня. Она на самом деле открывает наш мюзикл. Она первая там. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Кого ожидаешь? Он все теряет, а ты подбираешь. Волна приходит, а с ним сказка сама лезет в душу. Качает море, качает сушу. Качает море, качает сушу. Качает море, качает сушу. Качает море, качает сушу.
звоном сбегаю. Под солнцем море и синим краем его задевает. Там все случилось и получилось не так, как повсюду. А значит, все же случилось чудо. Концерт.